встречаются как-то три матки муравьев во время лета. Одна говорит: сейчас я сброшу крылья и пойду основывать новую семью. Вторая говорит: а я пойду и найду муравейник без матки, и меня примут в свою семью. И третья ничего не сказала, она не успела, и всех съели птицы и другие муравьи, потому что белок и все такое вкусное, в общем. А вы что ждали? Счастливого конца или что, думали анекдот? Ну, конечно, да. В общем, я уже который раз пытаюсь записать видео отчет по недавнему лету, но что-то как-то не заходит. То ли не те слова, то ли не тот момент. В общем, не идет и все. Даже вот опять читаю с листа уже заранее написанный текст. Хотелось бы этого избежать и писать все в лайв-формате. Так и быстрее, и как-то живее, что ли. Но задумка Мермикария такова, что информативность должна превышать блогерскую составляющую. На стримах я уже говорил, что всякие ролики типа «Что случилось с колонией спустя неделю?» или «Даю муравьем попробовать хлеб?» «Реакция муравьев на хлеб?» И все в этом духе, это будем честны, это жучий кал. И смотреть такое, это себя не уважать, свою мать, свой отец и так далее. Попытаюсь сразу остановить вонь в комментариях. Это в первую очередь лично мое мнение, и не пытаюсь никого оскорбить, не пытаюсь вам навязать его, и все в этом духе. Но если ты хоть раз об этом задумывался, или вообще хоть раз думал, то ставь лайк, потому что байт на лайки я обещал, а делать не делал. И да, напиши в комментах, что ты думаешь по этому поводу, и я почитаю, мне вот интересно. Так вот. Наступает пора, когда муравьи собираются все вместе и решают, что пора бы устроить лёт половых особей. Не матка, а именно рабочие муравьи. Они же и определяют, кто вырастет из яйца – рабочий муравей или будущая матка. Про самцов поговорим отдельно, потому что самцы по сути не нужны, пошел вон самец, здесь матриархат. Оплодорённые яйца все одинаковые, и только матка в колонии способна делать такие яйца. После вылупления личинки ее кормят рабочие. Если диета скудная, то получается рабочая самка с повышенным альтруизмом. А если любит и лелеет, и на обед только отборная рыгалова, то вырастает королевская особа. Вы же знаете, что такое трофилаксис. Приятного аппетита. Чем больше семья, тем больше крылатых особей, так как нянек больше, заботы больше, зарплаты больше и ВП растет. С самцами все проще. Слышали про женские XX хромосомы и мужские XY хромосомы? Так вот, у насекомых немного все проще и одновременно сложнее. Самки имеют XX хромосомы, а самцы только X без Y. Яйца с таким набором хромосом в основном откладывает матка, но в зависимости от вида может рабочая особь, если у нее не редуцированы яичники. Будущих мальчуганов тоже холят и леют, но не сильно любят, так как они дистрофаны и овощи. Есть сами не могут, работать не хотят, мол, посмотри на меня, у меня нет одной хромосомы. В общем, их откармливают, в их организме начинают созревать половые клетки, то есть гаметы. И в определенный момент начинают действовать инстинкты. Я уже несколько лет бьюсь над вопросом точного определения лёта. Делал кучу математических формул, расчетов, но все как-то не получается математику, и лёт лучше определяется интуитивно. Лед проходит в теплое время года при пониженном атмосферном давлении, чаще после дождя. Первое время лед определяется по усреднённой таблице лёта, на Антклубе есть такая, а потом уже просто это приходит со временем, с наблюдениями или с опытом. Разберем, почему именно при таких параметрах происходит это событие. Теплое время года. Понятное дело, что зимой вы муравьев вообще не встретите. Пониженное атмосферное давление. Это значит, что точно будет легкий ветерок, не ураган, ветерок. У маток жирный жоп, и летать на своих четырех сложно, ветер в помощь. После дождя это опять же по причине жирных жоп. Рабочим легче расширять вход в муравейник, если грунт будет влажным. Матки смогут пройти, и все счастливы. Лед проходит несколько этапов, а именно в три. Это первый, второй и третий. Первый этап – это подготовительный. Увеличение выходов из муравейника, пробный показ крылатым особям божьего света. Второй этап – это сам лед. Сначала выпускают самцов. Они с легкостью кучи вываливаются из муравейника, начинают роиться и бегать туда-сюда. У них жилы гормоны и азарт. Они ждут спаривания. Через некоторое время вытаскивают маток. Они уже дольше находятся около муравейника. Им нужно слабое дуновение ветра, чтобы взлететь. А когда это случается, они пытаются
улететь подальше от муравейника, и уже в полете, либо после приземления на нее набрасываются самцы. Передают генетическую информацию, и все, функция самцов на этом заканчивается. После они либо умирают от обезвоживания или голода, потому что есть сами не умеют, либо их убивают и съедают местные. Убить их могут даже в родном муравейнике, потому что зачем ты вернулся, пошел вон самец, ты нам не нужен. У самки другая судьба. Семя, которое передал самец, у нее хранится в специальном отсеке рядом с яичниками, которое порционально подается для оплодотворения яйцеклеток. Матки начинают поиск убежища. Если их не съели в полете птицы или стрекозы, или не поймал тупой недокипер до взлета с муравейника, то ее ждет смерть примерно сейчас. Нужно ловить маток именно в этот момент. План такой. Вы сидите около муравейника и следите за каждой маткой, вылетающей из муравейника. И ждете, пока ее не выкладут самцы, и тогда уже держите пробирки наготове. Дальше-то уже понятно, что то это уже вот все. Только 10% маток могут найти убежище после лета, и только 1% способны вывести первое поколение. Это еще оптимистичный прогноз. Это вот и был третий этап лета. Думаю, было и так понятно. Ставь лайк, если понял. Если не понял, тоже ставь, пусть не думают, что ты тупой. Спасибо за просмотр. Лучшая благодарность автору, ты сам уже все знаешь. Всем добра и расплодов.